Нашли мы сморчок, вот он грибчик, видите какой? Вот это сморчки, вот он гриб. Ну-ка попробуем. Ну приятно, на вкус пахнет. Вот на срезе он вот такой, вот видим, вот такой. А сам сморчок, вот он. Вот это сморчок. Вот и посмотрим, что там у него. А вот, то есть у него, ага, ну поняли. Ни пластинок нету, как у подосиновика и подберезовика. Плотненькая грань. Сморчок вот видно. Вот сморчок. Вон сморчок тоже стоит. А лес вот осинник. В осиновом лесу вот такой. Пихтачий осинник. Смотри, какой сморчок. Эй. Ага. Красавчик, он какой нежный. А вкусно пахнет его. Какой. И вон еще один. Вон там маха стоит. Она. Нет. Где? Видишь? Вот. А, маленький. Вон она. Тихо. Вон она маленькая. Защищает птенцов. О. Куропаточка. А вот птенчик. Вон он, вон он. Вон он маленький. Да. Вот он, малыш. А где? Вот и не подходи, но все не надо и брать. Вот он, птенчик маленький. Куропаточка. Хороший. Видите, гулять, гуливанька. Гуливанька. Вот. А, где она? Вот. Куропаточка. Ну. Вон она бегает. О, мол, раненая. Ага. Вот это черемша, я понимаю. Вот смотрите, сейчас вон. Сейчас она вот так вот стоит. Вот она. Вот. Срываем. Срываем черемшу. Оп! Видите, ломается легко. Короче, большой почти палец. С мизинец. Еще срываем вот эти. Оп. 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 Оп, о! Вот это черемша, вон, посмотрите, какая. Красотулька. Да. Даже не влазит. Класс. Спрячься, говорит. Да, вот походный вариант. Ну ладно, всем привет, удачи.